Фиалки пользуются большой популярностью среди цветоводов и являются одними из самых известных комнатных растений. Вырастить такой цветок не составляет большого труда, однако некоторые сталкиваются при этом с определенными трудностями. Сегодня мы пройдемся по основным нюансам, связанным с выращиванием фиалок. Первый нюанс – неправильное расположение растения в помещении и, как следствие, нехватка света. Решение простое – обеспечьте умеренное поступление света к цветам, но не перестарайтесь, так как слишком большое его количество также окажет негативный эффект. Второе – важно обеспечивать фиалкам по 12 часов умеренного света ежедневно. Третье – необходимо еженедельно вносить удобрения, которые созданы специально для этих растений. Причем разные стадии роста требуют внесения разных подкормок. Четвертое – фиалки будут плохо развиваться, если полив нерегулярен, слишком обилен или осуществляется холодной жесткой водой. Поливать эти растения правильно под корень, не попадая водой на листья. Пятое – важно подобрать правильную почву. Она обязательно должна быть рыхлой и воздушной, а также не помешают регулярные пересадки растения. Шестое – фиалки, как правило, не любят большие горшки и лучше цветут в тесном пространстве. Седьмое – крайне важно уберечь цветок от различных растительных болезней и насекомых-вредителей. Регулярно проверяйте фиалки на наличие таких нежелательных факторов. Теперь, узнав об основных нюансах выращивания такого замечательного цветка, вы сможете подойти к данному процессу грамотнее.